Продюсер Барри Алибасов очень хорошо отметил Новый год в компании бывшей жены. Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что отметила Новый год с продюсером Барри Алибасовым. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ заявила, что не собирается претендовать на наследство своего бывшего мужа, продюсера Барри Алибасова. «Он все время зовет, чтобы я переехала к нему, но я его знаю с 1994 года, не выдержу. Я боюсь за себя. Уже не в таком возрасте, чтобы прыгать вокруг него. Наш развод – это моя эмоциональная вспышка. Когда он узнал, что я с ним развожусь, то сказал: «Ты что, с ума сошла?» Он сказал, что не бросит меня», – рассказала Лидия Федосеева-Шукшина. Как отметила Федосеева-Шукшина, это неправда, что Алибасов имел отношения с молодой танцовщицей, которая якобы от него забеременела. Он сказал, что она не от него беременна, у нас прекрасные с ним отношения. Мы Новый год провели вместе, просто Барри не в том состоянии, чтобы быть ответственным за свои слова и поступки. Сын говорит, что якобы я его хочу в дурдом отправить, но мне иголочки не нужно от него. Я его просто люблю», — сказала актриса.